Вот четверти мы выяснили, как идут. Только четверти. Поехали. Сейчас вот ты можешь сказать, какой размер? Две четверти. Две четверти. Сейчас вот смело ставь. Я уже поставила. Тональ фа мажор мы уже сказали. Си бемоль уже должен стоять. Да. А теперь размер. Потом. Сначала знак, потом размер. Сколько можно? Так. Давайте-ка сейчас смотрим. Тональ фа мажор. Си бемоль. Споем трезвучие. А я сейчас трезвучие играл. До первой ноты. Как идет мелодия? По гамме, правильно, по гамме. Если до первая, то потом будет что? Фа. Пойдем. Да. Я даже вам помогу. Две четверти. Потом подниму. Сейчас так просто. Сначала ноты пишем. Си, ля, соль, фа. До. Си, ля, соль, фа. Си бемоль стоит в ключе. Так, теперь скажите, пожалуйста, вот у нас нотки написаны. Где сильная доля у нас? На какую ноту приходит? На четверть. На до. До, си, ля, соль, фа. На эту до, да? Да. Значит, мы что ставим перед сильной долей? Тактовую черту. Теперь мы знаем, что размер сюда смотрим. Я объясняю, как писать. Размер две четверти. Значит, здесь у вас должно быть в такте две доли. Раз, два. Раз, два, да? Значит, мы должны две восьмушки, потом еще две. А ты посмотри сначала, как соотносятся доли и вот эти нотки. До, си, ля, соль, фа. Что скажешь? На первый удар была одна только нотка до. Какая это по длительности будет? Конечно, Чет, я задаю вопрос сначала, вы отвечаете. Одна доля была просто, а здесь было на одну долю четыре нотки. Это какие? Шестнадцатые. А вот теперь вопрос, куда мы пишем штиль, если до стоит? Вверх, вниз. 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 То, что выше серединки, мы пишем вниз. Какой нет, стороны то, стоит? Что выше си. Вот это и есть середина. С левой стороны штиль пишем. Здесь уже пошли нотки ниже середины. Мы ставим штили вверх. Вот так пишем сразу 4 штиля и объединяем их. Да? 16-ми. Ну и здесь у нас повторяется. Вот получилось два такта. Так, дальше что? До, си, ля, соль, фа. До, си, ля, соль, фа. Теперь какая нота? Спойте трезвучие еще раз. Вот сначала нужно вспомнить трезвучие. Ля, правильно. Послушайте теперь, что дальше идет. Саша, ты что там делаешь? Ты еще не написала, что ли? Брось, потом. Сейчас дальше пиши. Сейчас я играю новую эту фразу, а ты пишешь старую. Куда идет мелодия? Из груди. Вверх. Вверх. До, до. Ну, значит, какие ноты? До, си, бемоль, до. Так мы начинаем с чего? Си, бемоль, до. До. Ну, си, бемоль мы имеем в виду, что си, бемоль. Ля, си, до. Да. Слушайте еще раз.
А потом? Ля, си, до, потом ля, соль, нет. Фа. Си, ля, соль, фа. А, это до. Это обычно. Еще раз поем. Сначала вверх идет подряд, я уже подсказываю. Потом вниз подряд. Доходим до второй ступеньки. Это какая нота будет? Соль. Соль. Поем. Соль. И в конце что будет? До. Что это такое? До. То есть что? Три звуки. Три звуки. Вначале подряд шли нотки. Вот вверх пошли три. Вверх. Потом спустились вниз. До какой? Второй. До второй ступени. И потом у нас трезвучие. Чем быстрее напишешь, тем быстрее закончишь его. Вот столько времени. Будешь сидеть, спрашивать, больше будет времени. Потому что ты это делаешь. Ты постоянно спрашиваешь, сколько времени до конца. Работать надо на уроке. Ну, я уже подсказал вам. Быстрее, переписывайте. Я уже все переписала. Молодец. Я теперь я думаем, где у нас где сильная доля. Дальше. Ля, си, до, си, ля, соль. Потом тактовая черта. Да где? А, нет. Ну, перед какой нотой? Давайте я спою. Вы уже точно скажете, где у нас сильная доля, на какую ноту приходится? На до. Я говорю, я сейчас сначала спою, гадать только не надо. Это очень плохо, когда гадаете. Ля, си, до, си, ля, соль, до, ля, фа. Си. Первые три восьмых. Соль, конечно. Первый три. Значит, где тактовая черта? Егор сказал, если правильно. Соль сильная доля. Ля, си, до, си, ля, соль. Значит, давайте где размер еще покажем. Как мы показывали размер? По столу сильная доля, слабо ладоши. И пойдем. Тихо. Ля, си. Сначала сильная доля. Ля, си, до, си. Куда ж побежали? Ля, си, до, си, ля, соль. Видите, на соль у нас получилось? Да. Значит, где тактовая черта? Вот. Значит, перед этой ноткой ставим тактовую черту. Сильная, значит, она перед сильной долей. Запоминайте, что сильная доля всегда в начале такта. Вот нам понятно, что здесь у нас такт, и здесь такт получится, да? Значит, теперь нужно посмотреть, какие длительности. Помним, что у нас группы какие есть. Четверти, восьмые, четыре шестнадцатых, две шестнадцатых, восьмая и наоборот. Вот там, где у нас три ноги на долю приходится, у нас вот эти варианты. А после вот этих восьмая, две шестнадцатых, это какие? Шестнадцатые? Это пока мы не проходили восьмая с точки шестнадцатая. Мы потом будем. Я знаю, это кривая. Пунктирный ритм, да. По специальности вы играли, конечно. Здесь мы пока еще не работали. Слушайте, сколько на одну долю приходится нот? Та-да-дам, та-та, ля-си-до-си-ля. Сколько, Алис? На одну долю. Шесть. Нет. Потому что это ровно посередине находится. Да. И то, что ровно посередине, мы пишем вниз. Вот так. Алис, ты пишешь? А здесь си у нас посередине, а ля выше. Ой, ниже, то есть. Мы пишем вверх. А какие здесь будут длительности? Если на одну долю две ноты. Две восьмых? Две восьмых, конечно. Ну и здесь совсем просто. Соль, до, ля, фа. Какие? Первая четвертная, а вторые две восьмые. Это будет вот так. Четверть, две восьмых. Как ты сказал. Я пою, как ты сказал. Соль, до, ля, фа. А нет, это четвертая. Ну, как сказал, так я спел. Четверть, я три. Пою еще раз, слушай. Соль, до, ля, фа. Я показываю здесь что? Вот это вот что-то. Восьмые. Вот это что? Я стучу, что?
это доля. Доля. А доля равны какой длительности? Четверти. Размер две чего? Четверть. Значит, каждая доля это четверть. Вот, четверть идут. Я отмечаю доли четвертные, но вы смотрите, как они соотносятся с нотами. Соль, до, ля, фа. Соль. На одну долю сколько нот? Две. Ну, три. Две. Три или две? Две. Две. Какие, значит? Восьмушки. Восьмушки. Вот пишем восьмые. Если ну, в сумме две четверти, конечно.